Друзья, мы рады видеть вас. А перед началом просмотра не забудьте подписаться на наш канал. На 77-м году ушел из жизни советский и российский цыганский актер и режиссер. Народный артист Российской Федерации Георгий Жемчужный. Его родителями были известные цыганские артисты Николай Михайлович и Ольга Сергеевна Жемчужная. В 16 лет поступил в цыганскую студию при театре «Ромен». Окончил отделение режиссерского факультета ГИТИС. Затем вернулся в театр «Ромен» уже как режиссер. За долгие годы работы в театре поставил большое количество спектаклей, в которых был не только режиссером, но и литературным редактором, соавтором, автором либретто, драматургом. Снимался в кино. Исполнил роли в картинах «Улыбнись соседу», «Бесстрашный атаман», «Карнавал», «Печальная повесть любви», «Чардаш Монте», «Обручальное кольцо Десантура», «Свет черемухи», «Японский бог» и другие. Не забудьте подписаться на наш канал, чтобы не пропускать свежие выпуски.